Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 32-го тура Ла Лиги «Атлетик Бильбао» – «Атлетико Мадрид». Встречаются 11-я и 1-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют «Дай» поровну на тотал меньше-больше. В этой паре в последних 6 очных матчах гости не побеждали. «Атлетик» забивал матрасникам в последних 4 домашних очных матчах. Статистика команд. Атлетик последние 3 матча отыграл на обе забьют нет и не забивал в них. Атлетик последние 5 матчей в Ла Лиге отыграл на 0-0 или 1-1 и не побеждал в последних 8 матчах. Атлетико последние 2 матча выиграл в сухую. Атлетико без побед в последних 4 выездах и последние 6 выездов отыграл на тотал меньше. В минувшем туре Атлетик сыграл 0-0 с Бетисом. Это вторая подряд нулевая ничья для Бильбао в регулярном чемпионате. Атлетико выиграл 2-0 у Уэски. Очный матч первого круга выиграли матрасники 2-1. Сейчас команде Симеона терять очки ну никак нельзя. 8 мая игра на Камп Ноу. И если ее Атлетико проиграет, то скорее всего потеряет первое место. При условии, конечно, что Барселона не будет до этого терять очки. Если же Атлетико не доберет очков и в этом матче, то Атлетико может потерять первое место еще до очной игры с Барселоной. Поэтому гости приедут однозначно за победой. А Бильбао снова зарядил длинную серию ничейных матчей. В общем, хозяевам в этом матче по большому счету ничего не надо. Они могут играть в свое удовольствие. Гостям надо очень стараться, чтобы выиграть. Атлетик не забивал и не пропускал в 2 последних матчах. Никогда в этом сезоне Бильбао не играл 3 матча подряд, чтобы не забивать. Атлетико 2 последних матча выиграл в сухую. Лишь на старте сезона матрасники выдавали длинные нулевые серии, в которых не пропускали. Учитывая высокие коэффициенты, здесь можно рискнуть взять вариант результативного матча. Из связки ставок тотал больше обе забьют да победа гостей, самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 2.56. На обе забьют да 2.22, на победу гостей 1.94. Ставить здесь на чистую победу гостей за 1.94 достаточно рискованно. Бильбао дома очень непростой соперник и в последние годы успешно играет на Сан-Мамес против матрасников. Тут хотя бы на галешник, но должны бы наработать хозяева. Гостям деваться некуда. Если пропустят, надо рвать жилы, чтобы забивать. Да и если не пропустят, все равно надо забивать, потому как ничья не устраивает гостей. Поэтому с учетом очень низких коэффициентов на низовой матч и достаточно высокими рисками, лучше уж играть обе забьют да за 2.22. Если такая ставка и не зайдет, то будет хоть не так обидно. Однако у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!